Знаете ли вы, что первая самостоятельно прочитанная Достоевским книга – пересказ Библии для детей? По воспоминаниям Андрея Михайловича Достоевского, грамоте детей в семье Достоевских учили по книге 104 священных истории, выбранные из Ветхого и Нового Завета в пользу юношества. Эта книга была переведена с немецкого языка. Андрей Михайлович вспоминал: «При ней было несколько довольно плохих литографий с изображением сотворения мира, пребывания Адама и Евы в раю, потопа и прочих главных священных фактов. Помню, как в недавнее уже время, а именно в 1870-х годах, я, разговаривая с братом Федором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге. И с каким он восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги, то есть нашей детской, и что он бережет ее как святыню». Библейский и евангельский мир были для Достоевского вечно живыми и актуальными. Их отсвет лежит на всем его творчестве.